Отправили меня дети за полотенцами, рукавниками и маской. Но я заблудился. Вообще не пойму, где я. Кажется, шел так же, как надо, как пришел. Но пока не могу сориентироваться. Джунгли и джунгли. Дорожки и дорожки. Здесь, кстати, я так понимаю, бунгало стандарт. У них нет выхода к океану. А нет, есть. А какие-то есть без выхода. То есть нужно преодолеть еще ряд бунгало, и затем уже будет у тебя океан. А у нас бунгало называется, относится к категории. Здесь, кстати, они выращивают свои овощи, фрукты. Из них готовят, есть ресторан, где готовят из местных, выращенных на острове, ингредиентов. А у нас бунгало относится к категории Sunset. Они расположены в сторону запада. И открывается вид по вечерам на потрясающий закат. Ну, при соответствующей погоде, конечно. Самые, конечно, дорогие — это Water Villa бунгало. Они расположены на воде. И среди них еще есть два президентских бунгало, так называемых. Что там, я даже не представляю. Но по мне, даже при наличии средств, интереснее находиться на пляже. У белого песка, у волны. Хотя, может быть, я не понимаю. Бог даст, когда-нибудь Water Villa будет. В общем, я полчаса блуждал и не нашел наше бунгало. Пришел к детям. Они: о, папа, ну ты даешь. Короче, Софи говорит: так, папа, иди сюда, я тебе покажу. Вывела меня на берег и говорит: иди вдоль воды, тогда ты не заблудишься. Делаю вторую попытку найти наше бунгало. Ну, старый стал. Пока покажу вам побережье. Я не знаю, сколько мне идти по берегу. Благодать. Если верить Софике, то я не ошибусь. Я найду наше жилище. Ребята, это хохма. Я второй раз не нашел наше бунгало. Я вернулся к бассейну. Софика говорит: все, папа, пойдем, я тебя отведу. Это смешно. 35 лет. Кретинизм полнейший. Сейчас меня мой ребенок, 8-летний, 9 почти летний, доведет до дома. Доверять мне больше нельзя. Как есть из бассейна вышли, пошли меня провожать. Достаю цветы из сосуда. Что она с ними делает? Обратно бросает. Достает, на бортик складывает. Не спугни, не спугни. Наши русские обученные вороны, 100%. Вы их пугаете, я же снять хотел. Порядок наводит, в общем, в вазе. Помнишь, мы вчера здесь шли, помню это дерево. И да здесь ехал ладно. Автомобиль, и мы... Не будем больную тему затрагивать. Смотрите, как они выращивают здесь растения. Они привязывают пол кокоса, притягивают к стволу дерева. И сажают в него, как в вазу что-либо. Вот такие цветы. Замечательно. И так повсюду. Вот. Кстати, вот в этих светильниках сидят гекконы. Почти в каждом. Можно заглянуть, там геккон сидит. Он ждет темноты, светильник включается, бабочки летят на свет. Геккон. Тут как тут.
не знаю, здесь не видно. Вот возле бунгало в каждом сидит геккон. В общем, не отходя от кассы, ест и живет в одном месте. Наверное, только размножаться выходит. Тирик-тирик. Вон бок поцарапало в бассейне, чудо мое. С чем-нибудь обработаем. Софи! Ну, мы налили за уху, Софи. Wait us, please. Ой, я тебе ее нагнула за уху, я поцарапала. Софи! По-моему, нам сюда, да? Летучая лисица. Что-то грызет там. А вон другая полетела. Хоп. Передвигается по ветке вниз головой. Добирается до плодов и лицует. Пойду сейчас испытывать аквабокс. Мы с Софикой берем маски и go. Let's swim. Софика набрала уже коллекцию. Давай покажем. Моя умничка. Вау. Здесь всего 64 ракушки. Ну, 63. Класс. Сейчас я еще принесу одну. Сейчас я пока одну принесу. Мою любимую. Давай сейчас возьмем уже маски и поплыли. Сейчас, меня мама попросила. Так, это что, маска? Это твоя. Это моя маска. А, вот моя. Вот какая маска. Вот моя маска. Вот моя любимая. Угу. Папка нашел. Пришли на ужин. Мама попросила с ними девочек, пока они еще чистым пока еще. Без кроссовки. А что, на ужин пришли со своим ужином, что ли? Они уже дома, там поедут. Опять торгуются. Катя, ты можешь сфотографировать, как я сейчас буду снимать видео. Я так и делаю. Значит, я изучила фото. Давай. Ой. А этой мафии нужно только одно. Обожраться шоколадом, шоколадным мороженым. Я все снимаю. Вот все. Я вас все знаю. Good evening. Нас уже ждут. Нам определен стол на все время пребывания. У нас служит один человек. Очень, кстати, приветливый, замечательный парень. Очень добрый, внимательный. О, мороженое. Дают мороженое. Все. Очень здесь сказочное разнообразие блюд. Они потрясающе вкусные. Пока ничего невкусного мы не обнаружили. А эти две барышни, посмотрите, начало мороженого. Ужина, вот. Мороженого. Спасибо, что взяли вот эти хлебцы с оливками. Влада, смотри, что взяла. Влад, за фигурой. Я взяла одну, ну, такую оливку, съел в нее и это. Вот. Я каждый раз не могу определиться. Фрукты,
Обязательно. Надежда, у тебя там что? Винегрет по-мальдивски? Тыква карри. А что из них тыква? Собрала все, да? Тыква спрятала, что ли? Смотри. Так, вот это я, по-моему, у меня сыр с помидорками, с бальзамическим уксусом. Здесь у меня дал. Здесь у меня овощи по-итальянски. А здесь вот моя тыква, я так хочу ее попробовать. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Да, ты чел, приятного аппетита. Мастерство, да? А мы снимали, как готовят на огне. Это видео. Это я уже сняли. О том, как объевшийся мороженого человек покидает ресторан. Покер-шоу.